Как всегда, клуб «Ред Мир» представляет самые захватывающие и интересные вечеринки. Сегодня на главном танцполе вечеринка «The Cabaret». И в пати «Бариопиум» резидент московского клуба «Арма-17» Одессит Райо. А у нас сегодня вечеринка «The Cabaret». Просто, лаконично, понятно и по-взрослому. Это по мюзиклу? По пюсиклу. Я вас люблю есть уже. Есть мюзикл, есть пюсикл. Да. Молодцы, да. Подготовились. Ну, конечно, готовимся. Конечно. Мы каждую субботу готовимся. А пятницу? Опять же, каждую пятницу мы что? Импровизируем. Говно, правильно. Сексуальная девушка, это ее колени. Девушки, а как вы следите за своими коленями? Они мне даны с рождения. И можно некоторых девушек ассоциировать не только по лицу, но и по сексуальности ее коленей. Ну, не только колени, еще есть такой важный элемент, как попа, грудь, талия. То есть у каждого свои приоритеты. А у вас какие приоритеты? У меня все вместе. Очень рада приветствовать вас в пати-бар «Опиум». Вы сегодня на привоз или как? Да, безумно рада, что «Опиум» опять открывает свои двери для нас. Все люди, по-моему, Харькова безумно этому рады. Часто бываешь здесь? Это один из самых моих любимых клубов. Я здесь довольно-таки часто гость. Какого цвета у вас носки? Черного. Прекрасно, это прекрасно. Существует правило, я открою тайну, что носки должны быть под цвет обуви. Если вы обратите внимание на мою обувь, то она черная. Значит, соответственно, у меня должны быть розовые носки. Мяу, да. Чем девушка торшер. Головы нет, не выносит мозг. Ну, все прекрасно на самом деле. Шикарное тело. Ничего не может сказать, просто светит и освещает нам наши серые будни. Идеально. У нас есть еще караоке-бар, где уже в новом формате есть ведущие, есть бонусы, есть конкурсы, где вы можете всегда прекрасно отметить свой праздник. У нас караоке. Электронный бар, «Опиум», «Ред Мир Клуб», 26 числа «Эльван», 3-го «Монатик». Реклама тоже катит, правильно?